Работа операторов системы 112 не опасна, но трудна и очень ответственна. Именно они первыми реагируют на происшествия и передают информацию другим службам. За прошедшую неделю воскресенские диспетчеры зафиксировали 576 звонков, требующих внимания. Большинство из них адресованы скорой помощи и полиции. Произошел один пожар без пострадавших, 14 ДТП тоже без пострадавших, ничего такого чрезвычайного не происходило, все было спокойно. Зафиксировано 14 краж и 9 выездов аварийно-спасательного отряда на помощь населению, вскрытие дверей. 65% звонков не требуют экстренного реагирования. Их расценивают как хулиганские, справочные и детские. Обращаем внимание, что ведется запись каждого телефонного разговора оператора. Ольга Югай, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.